Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, а на экранах снова ваша, да и моя любимая рубрика «Разоблачение фейков в PUBG». Как нетрудно догадаться по названию, в ней мы проверяем, разоблачаем странные видосы из ПК-шного PUBG, мобильного и PUBG New State. Ну а видосы на проверку находят и присылают наши подписчики. Хоть у нас каждый выпуск сочный, сегодня будет поистине сочнейший выпуск с интересными видосами, а вот один из них вообще сломает вам мозг. Так что поскорее устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек, ну и конечно же не забудьте про розыгрыш. Ведь абсолютно каждое видео я разыгрываю или 300 UC, или 500 G-коинов, или 900 NC на ваш выбор, смотря где и в какую папку вы играете. Для участия обязательно нужна подписка на канал, комментарий с вашей идеей для эксперимента или какой-нибудь шуткой, ну и желательно лайк. И вот и все, вы участвуете, а в следующем видео я выберу и покажу победителя. Ну а под прошлым видосом победу одержал вот такой вот комментарий, а мы начинаем. Готов ли ты окунуться в реальный мир в своем телефоне и стать самым успешным и уважаемым игроком на сервере? Добро пожаловать на Барвиху РП, тюнингуя и придавая индивидуальность своим тачкам. Дай волю своей фантазии, чтобы все на районе понимали, кто к ним едет. Правда, лучше без крайностей. Вступай в ряды армии для защиты своей страны, если в тебе есть дух патриотизма. Едет, зарабатывая деньги в такси, разъезжая по панельным районам, знакомым с детства. А если жажда правосудия так и рвется наружу, то скорее переходи на сторону правопорядка и оберегай свой город и его горожан от опасных преступников и хулиганов. Вычисляй негодяев, устраивай план перехват и наказывай плохих игроков, и чей путь свернул на сторону криминала. Если ты, конечно, и сам не находишься на этой стороне, тогда твоя задача быть максимально аккуратным и главное не оставлять улик. Как только ты будешь готов, серьезные люди доверят тебе самые ответственные работы. Например, отвечать за перевозку просто огромных денег, работая инкассатором. А чтобы меньше работать, при регистрации вводи промокод Сеникс. Он даст тебе 120 тысяч игровых рублей. Скачивай Барвиху прямо сейчас, жду тебя на 5-м сервере. Ссылочка в описании. Первое видео по нашей давней и неизменной традиции из ПК-шного PUBG. Предлагаю вместе посмотреть, обсудить с Артемкой и по-быстрому проверить. Ага, Вакуджаку 101. Да, там Вакиджеки. Снова. Пересел? Да. А ну, и вангар какой-то нашил. Артем 777 меня убил, зачем? В окошко, видел? Да, в окошко. Он в окошко прям запулил. А, ну это типа, я думаю, точно не фейк. Вакиджеки, он как бы не обманщик, он честный человек. Да, он не обманывает аудиторию. Вопрос он... в том, насколько да. тяжело это повторить. Ты как думаешь? Я думаю, ну попытки 3 у меня уйдет на это дело. Да ладно, что ты себя переоцениваешь, по-моему. Ну вот так вот. Ну пошли попробуем. Я вот так рассуждаю. Да. Пойдем попробуем, пойдем. Неприметный Логан будет ждать через дорогу. Ты сейчас как всегда прилетишь этот на 200 метров ближе. Прям вот по краю берега лети, понял? По да, воде. Да. Булочку купили? Да. О, что там за остров впереди? Это GTA San Andreas? Да. Закрытого лока. Потом надо будет посмотреть. Вырезанная локация добавили в папку бесплатно. Liberty City там. Зимняя локация в GTA San Andreas, что? Ты там на кукурузнике летишь в своем? Да. Одна шальная рядом где-то пролетела. Ну ты там сам планируй. Я, короче, буду во втором очке. Ой, окошке. Очке. Да. Оно... Ну ты понял. Я думаю, понял. Ты заметишь. Я понял. Меня. Так, ну вот, я также в океане, Давай, давай. Летит. О, рядом. Не-не-не. Ты вообще, по-моему, в круг попал, но не меня. Так. Трактор заводить. Давай, раскочегарь кукурузы. А работу над ошибками сделаем. Вот пуля. Я не знаю, как ты не попал на самом деле. Тут просто вокруг меня эти пули пролетали. Ты святой просто. Мне надо бока еще разъесть чуть-чуть. Ой, ты летишь. Че и где он? Где он, ребята, и где он? Перезаряжается и же. О, вот он. Да что-то нет, не попадаешь. О, половинку снял. Еще есть. Еще есть. Понятно. Давай финалочку. Я даже хочу посмотреть с этой стороны. Ого, тут продырявил, нормально. О, чувствую, где-то рядом. Там прям, как бенгальские огни вокруг какие-то. Артём, ну давай ты уже убей, пожалуйста, ну.
Ну и... What the fuck, man? Слишком высоко, как будто ты берешь. Надо чуть пониже. О, фак. О, опять где-то рядом, да-да-да. Прям в окно мне долбишь. Ну, Артём, ну давай, пожалуйста. В конце концов. Закончи это. Ну, господи, благослови тропчину-то мою уже, а. Ну, спасибо. Ну, скорее уже, Артём. О-о-о-о! Прям сердце, я видел, прям сердце. Время обеда, блядь. Сколько? Сколько метров? Сколько метров? Ой, не успел. Ну там на записи видно будет, Илья. Чё ты переживаешь? У нас надо больше, чем 301. А, кстати, в Хиджеке-то тоже Артёма убивал. Я только сейчас это понял. Короче, не фейк это. Возможно такое сделать. Артём доказал. Я доказал, я показал и рассказал всем. Да, подписывайтесь на его канал. Что ж, хоть у нас и вышла не одна попытка, ролик, разумеется, не фейк. Артём даже на 20 метров его перевыполнил. Поэтому, летя на аэроплане, не стесняйтесь и смело настреливайте по врагам. А мы садимся и летим дальше. А на очереди у нас мобильный PUBG и снова странное видео из ТикТока. Давайте его посмотрим, обсудим и обещаю, оно вас очень удивит. Это сейчас вообще взорвало реально ТикТок. Взорвало ТикТок? Интернет трубит, да. Лайфхак. Ага. Жестко прям. Чё он там? Опять интернет вырубили, ё-моё. Да. Настрелял и врубил, и чё? И смотри, что будет. А. И он убил его, ты понял? Enemy view. Мы такое уже делали с канистрами, это работает. Уже делали с подъемом лута, это тоже оказалось работает. Потом мне кажется, это фейк, Илья, мне кажется, это фейк. Но это сейчас очень много видео таких, поэтому я думаю, это сомневаюсь. Фейк, Илья, а я думаю, это фейк. А я думаю, это не фейк, да? А проверим. Я думаю, это фейк. Выясним, кто из нас не прав. Давай, давай, давай проверим. На жопу поспорили. На просто так сыграли. Нет, на жопу. Не, на просто так. Это то же самое, что на жопу в тюрьме, а. Типа. А, я понял. Так, ну что, мы на месте, собственно, вот тут место действия было все это дело. Место действия Челеба. Ага, нифига ты мне тут наложил, спасибо. Ну. Так, ну давай, вставай на позицию, собственно. Иду, иду. Да, это на позицию, прям так сразу. Угу. А, я сейчас дерну интернетик и попробую. Ты, короче, говоришь сейчас что-нибудь такое долго, типа... О, так. Настреливаем, 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 настреливаем. Возвращаем интернет. Так. И чёрт, мне сняло что-то много хп. И... Серьезно? Да. Ну. Нифига. Ты встань за стенку. Вот за стенку встань. Ага, я понял, я понял. Сейчас, вот, не очень сейчас я выглядит. Отхилюсь чуть-чуть. Давай, давай. А то у меня там какиш остался. То есть проходит у да, тебя урон, да, правильно? Прошло там. Как-то забагованно это выглядело, что ты там микрострейфом мне нашел. Артём, это беда, получается, в игре. Это беда какая-то в игре. Стрейфаем и настреливаем урончик. Назад забегаем. Интернет включаем. Так, где провод? Ребят, я провод потерял. Все, нашел. Чё? Оп! Чё, серьезно, это работает? Это работает. У меня на экране ты просто за стенкой так же стоял. И от чего ты умер? Ты просто типа упал, я не знаю, упал, или... Да. Пипец, это что за дела, блин? Получается, работает такое? Да, у меня все записано, я доказательства скину вам. Очень здорово. Получается, можно так врываться в дом, рашить, да, убивать? Да, да, без да. Интернета, и ты убьешь, по сути. Не фейк, короче, работает это. Не знаю, какого, мягко говоря, фига, но это и правда работает, и видео не фейк. Стреляя без интернета по врагу, его можно убить, когда соединение восстановится. Конечно, подобные трюки с лутом мы проверяли и раньше, но вот с уроном, на мой взгляд, это перебор. Надеюсь, разработчики обратят внимание, ну а мы летим дальше. Третье видео также из PUBG Mobile, так что смотрим его, комментируем вместе с Артемкой и летим проверять. Так, третье видео просматриваю. Что же тут у нас такое? Да. Follow me. Ну-ка. Ну, звук трюк... можно убрать. Трюкачок, ага. Там. Илья, ну это с первого раза сделаю. Это я сделаю, давай. Ну давай ты сделаешь с первого давай раза. Я сделаю, пожалуйста. Сделай, сделай. Все, погнали. Я тоже думаю, не фейк, думаю, это легко так стрельнуть. Угу. Так, а что ты где, Артём? Я сзади. Че, берем разгон?
Или ты меня накоцаешь? Давай я тебя накоцаю, да, для гарантии, чтобы было все-таки нормально. Тут все, ребята, надо мышкой делать и садиться надо им. Так, идет урон? Мне не больно. Я понял. Сейчас встану, побей. Давай. Ой, да что ты убегаешь? Еще. Все, хватит. Все, достаточно, хорошо. То мухлёж будет какой-то. То мухлёж будет, да. Так, давай, такая погоня у нас. Лютая просто невозможно. Так, хорошо, смотри, я когда выхожу, у меня автоматически берется. А, да, все отлично. Так, ты в погоне не участник. Куда угнал? Сейчас я тебя догонять буду. Как кошка с мышкой. Все, давай, гонку начинай за мной. Давай. Гони. Ну, начинай гонку за мной, ты не едешь. Да, блин. Ты что, хочешь прям по правде гонку? Да. Ну, давай. А, не догонишь, а! Я догоню. Не догонишь. Ой, догоню. Так, где он? Артём! А я тебя надамажил, кстати? Что-то меня чуть-чуть коснуло. Да, по тебе там дробинка прилетела. Угу. Я не сдох, я жив. Ну, поехали, по новой. У тебя нет аптеки под домом? Нет. Нету, ладно. Сейчас я выпью туда энергетика. Сейчас я и в игре, и в жизни. Угу. Все, поехали. Артём, я понял, разобрался, как это делать, в принципе. Угу. Просто из-за количества кадров в эмуляторе сегодня очень тяжеловато. Ну все, давай, едь за мной, ты точно должен. Вот, Илья. Ой. Давай, Артём. Я сейчас, по-моему, так перегоню. Не перегонишь. Давай, ура. Все, давай, убивай меня. Как на видео, Артём, получилось. Как в том видео в самом с банкой. Ой. Жесть. Короче, не фейк это. Угу. Повторяйте, ребята, учитесь так же делать, как мы. Буквально часов 20 в игре, и вы научитесь так же делать. Что ж, для нас, как для ветеранов PUBG, подобные трюки сделать просто расплюнуть. Поэтому видео не фейк, если вы также уверены в себе, можете брать на заметку и отстреливать врагов в полете. Идем дальше. Ну и завершает сегодняшний выпуск видео из PUBG New State. У нас здесь снова очень подозрительное видео, которое нуждается в нашей проверке. Смотрим и летим проверять. Артём, сейчас да. Оповещения какие-то. Посмотри видео, пожалуйста, прокомментируй. Ну, позырюша. Давай. Спал на ракетнице, папа не стоит. Что? Попахивает, по-моему, да, чем-то? Сейчас я еще не посмотрел. Еще не запахло. Ну, сейчас как пахнет, ты упадешь. Угу. Что-то лазит, паркурит, что-то мутит. Ага. Чекай. Нет, это насрано, я думаю. Я думаю, это фейк насрано. Жесткий. 8 из 10к, так ракетница спавнится. У нас сейчас 9 и 10 попадется, 100%. Ну погнали, посмотрим. Это экзибит холл, Артём, был. Давай сюда упадем. Там экзибит живет. Полазим, да. Это дом экзибита. И что? И что там на круге лежит? А мы, кстати, можем, наверное, даже прям сразу на круг приземлиться на парашюте. Сейчас посмотрим. Там, вон, я вижу, люди туда летят. Да, что-то там хотят. Не знаю, ботсы это или настоящие, еще попробуем. Походу все проверяют ракетницу сейчас. Так, ну, чё? Что? Да, там есть ракетница. Чё, серьезно? Да. Кого? Она там имеется. Это что, фейк от разработчиков какой-то? Как попасть сюда? Я что-то нервничать начал. Ну, запаркурить там надо. Сейчас запаркурим. Пипец. Ну, погоди, блин. Надо пушки подобрать, а тут рядом челик какой-то. Тут, я говорю, все, походу, в курсе, что ракетница, поэтому сейчас ажиотаж будет лютый. Ай, Артём, меня убили! Пипец, блин! Гады, твари! Давай перезайдем. Ну, в первом матче мы там как раз там я падал. Там я что-то убил. Было, да. Там лежала какая-то фигня. По-моему, это она и была. Она и была, это. Сейчас надо еще раз только туда на крышу залететь прям. Так. Да, лежит, кстати, походу, это ракетница. Думаешь? Да, надо теперь запаркурить как-то жестко. Надеюсь, там никто не упал. Сейчас. У меня лопата. Сейчас тебе могилу копать буду, Артём. Ой. Короче, Артём, там прицел гарантированно. Давай перезаходить.
Это обман. Все, Exhibit Hall. Нас ожидает уже наш любимый рэпер. Город рэперов. Давай, в общем, полетим туда. Артем, ты пробовал собрать просто все вот эти силы свои мужские в кулак и сейчас поискать там ракету все-таки? Нет, не надо мне прыгать вместе. Человек, мне тоже не надо. Первой катки выпало, во второй нет, в третьей нет. А ты уверен, что в первой катке там была ракетница? Да, да, 100%. Может, это что-то тебе показалось? Там, нет, 100%. Ухо Шрека лежало какое-нибудь. Зеленая палка лежала, зеленая палка с боеприпасом. Хорошо, сейчас я не мог так ошибиться. Я сейчас хочу залететь прямо вот на этот пятачок. Согласен. Но это нереально, блин, на телефоне я не умею, ребята, так управляться ловко. Своими пальчиками? Да, это беда. Беда, беда. Что там? Там ракетница вроде. А, там что-то красное лежит. Все, Артем, мне это надоело, я, короче, прямо сейчас на ракетницу лечу и забираю ее. Ну да, сейчас вообще за этот улечу куда-нибудь. Ёлки-палки. Что-то лежит там сверху, короче, неважно. Ракетница лежит. Ракетница лежит? Ты прям увидел? Я увидел. Хорошо. Я тебя понял. Это какой-то челлендж, прикол от разрабов, залезть на тупую башню, пока ты там 2 секунды раздупляешься, и тебя боты не убили. Но нервы дороже, как говорится. Артём, у меня нервы сдают. Да, я согласен. Я залез, Илья! Артём! Ракетница! Натуре? Ракетница, вот она лежит у меня под ногами. Каким цветом? Синим или фиолетовым? Красная. Ух ты. Илья, вот смотри. Давай. Я беру. И торжественно запускай. Торжественно запускай. Торжественно ее. На! Все, слава богу. Это не фейк оказалось, хотя я думал, что это полнейшее гонево, оказалось все-таки это не фейк. Ох, короче, ребята, берите на заметку обязательно. Хоть мы и потратили очень много времени, зато можно смело сказать, что видео не фейк. Да, мы и сами были удивлены, но в этом месте постоянно спавнятся ракетницы. Так что берите на заметку и штурмуйте со сквадом именно это место, заодно и научитесь паркурить. А на этом я с вами прощаюсь. Такой вот был выпуск, надеюсь, для вас он был полезен и вам понравился. С вас обязательно лайк и комментарий и участие в розыгрыше. Также подписывайтесь на меня, на Артемку. Ну а на этом мы с вами прощаемся. С вами был я, Илья, Киесеникс и Артем Лифанович. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.